Всем привет, с вами Вика, и сегодня я в особом новогоднем свитере. И так как я все делаю в последний момент, то сегодня я в конце концов буду оформлять подарки на Новый год родным и близким и поделюсь своими идеями с вами. Так что надеюсь, для вас это видео будет интересным и полезным. Так что перед началом видео не забудь поставить палец вверх, подписаться на мой канал. Также не забывай подписываться на мой инстаграм, так как туда я пощу прикольные фотки. И напиши в комментариях, что хочешь ты получить на Новый год. Также это не финальное видео этого года. Последнее видео 2К17 я выпущу 31 декабря, так что не забывай об этом. Ну, а мы начинаем, погнали! Итак, первая идея. Для нее нам понадобится любая чашка, а лучше, конечно, новогодняя. Дальше можем взять любую мелкую косметику. Это могут быть тени для бровей, помада, лак. Конечно же, конфета Candy Cane и чудесные уютные носочки. Красиво все это складываем. И вуаля! Подарок очень простой в исполнении, достаточно бюджетный, но очень классный. Также можно использовать вот такой вот небольшой мешочек вместо чашки. Ну, а следующая идея более дорогостоящая, так сказать, но при этом она безумно крутая. Для нее нам понадобится книга, потому что это шикарнейший подарок. Любая косметика, например, крем кофе или, например, чай. Конечно же, Candy Cane и имбирный пряник. Боже мой, как я их обожаю. Дальше мы можем упаковать это все в упаковочную бумагу и завязать бечевкой. Ну а до этого мы просто красиво все складываем и все. И последняя идея очень простая, но не менее крутая. Для нее нам понадобится вот такой вот шарик. Его можно найти в разных магазинах канцелярии или заказать на Алике, а также уютные носочки, и вуаля! Мы просто это все складываем, красиво завязываем веревочкой, и все. Это правда очень бюджетно, и при этом это достаточно оригинально и прикольно. Мне очень нравится эта идея. Все подарки сделаны с душой, они очень уютные, новогодние и безумно крутые. Мне кажется, любой человек был бы рад такому простому, милому, но приятному подарку. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, не забывай чекать мой инстаграм, а также смотреть предыдущие рождественские видео, и я здесь оставлю сразу плейлист. Также не забывай про 31 декабря. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Сияйте! Пока!